Слушайте, вообще-то министр науки в России такой браслетик мог бы себе и несколько модернизировать. И это могли быть вполне себе оптически активные с изображением. Секции, в одной секции могли бы сжечь Бруно, да, в другом удавливать в тюрьме первого палеонтолога Бернара Плесси, в третьем арестовывать тираж Сеченова, уничтожать тиражи Дарвина, в пятом окошечке казанские семинаристы могли бы громить кафедру анатомии, как они сделали в Казанском университете, потребовав уничтожения всей бесценной анатомической коллекции. Это было, кстати говоря, вот в пушкинские ваши времена. И вот если действительно министр науки носит такую хрень у себя на запястье, то тогда, ребят, действительно надежды никакой нету. Вряд ли стоит удивляться назначению на пост министра образования процерковно настроенного человека, в то время как служители культа потихоньку захватывают все сферы жизни общества. Чувствуют себя как дома в стенах учебных заведений, работают за зарплату в воинских частях и тюрьмах, освещают космодромы, проводят научные конференции, получают гранты от правительства, громят, закрывают и запрещают неугодные выставки и спектакли. Иными словами, вкладывают в свой бизнес в расчете на будущие перспективы. Сегодня плановое занятие, утвержденное новым министром образования, за которого мы должны сердечно молиться. Уж очень хороший нам достался министр. Как говорят, куй железо, пока считай деньги, не отходя. Да, Кремль, да. Политическая ситуация в классе спокойно стабильная. Я вот даже недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума. Я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь».